По каким-то причинам у нас не пошло. Я сделал ошибку. Видите? Сделал ошибку, и он не пошел падать. Мы с вами. Пам-пам! Теперь что происходит? То есть у меня рука травмирована. Я То есть смысл опять исполнять принцип. Не выучивать прием. Мы сейчас с вами делали, как это будет в идеале, да? Идеальную ситуацию подставляли, но у нас первое. Работать начинает адреналин. Мелкомоторик начинает пропадать. И если у нас она вдруг как бы пропала, и мы у нас вот такая штука получилась, значит сразу переходим. А руки-то одной нет. И сразу переходим. Сразу в удар. То есть я раз. Он начинает, все, у меня выхода нет. Я раз, что-то не получилось. Да. После того, все у нас работает, видите? То есть мы вышли, воткнули, не получилось. Смотрите. Оп, что-то не получилось. Стянуть не получилось, он сейчас начнет работать. У него две руки. Смотрите. Пам! Пам! Работаем теми частями тела, которые близко. В данном случае у нас оп, бам, близко. Бам, близко. И если он вдруг еще остался, будет тяжелее, да? Оп, пам, пам, пам! Берем еще одну часть тела. То есть, понимаете, сколько наворочено уже на рукой? В результате это получится по времени вот так. Понимаете? Когда будет, все эти удары достаточно сильные, все прекрасно понимаете. Удар плечом, удар предплечьем.